Доброе всем утро, друзья! Какая красотища! Слышите море, как шумит? Волнуется. К выходным обещают, короче, жара, жара. Так что можно будет ехать купаться. Там сейчас почти никого нету, смотрите. Класс. Ну, а я еду домой. Машину около мусорки поставила. Как раз она там с раздельным питанием. Сейчас вот выброшу. У меня там пластик опять, как всегда, впереди. Вот выброшу пластик. Что там, бензин-то у меня не течет. Вчера мы уж, правда, ее вечером... Взял, блин, надо пропылесосить. У меня там порошок просыпался. Да, я тебе сниму вот это-то, иди сюда. И вот надо пропылесосить. Я все забываю. Да иди ты сюда. А взгляд-то, взгляд, давай. Опс. Где поцелуемся? Где поцелуемся? Ой, ой, мое счастье. Сейчас мусорку выброшу. Видите, как здесь удобно. Вот только я все время забываю, куда пластик, куда сюда картон или что. Да, сюда или пластик. Что-то там все вместе. Пластик вот сюда. Картон туда. Мне права пришли. Что-то быстро прям. Прикольненько. Сейчас посмотрим на фотку. Я же не видела, что у меня там за фотка. Я теперь с правами. Я теперь как человек. Слушайте, ну неплохо. Красота. Мне нравится. На 10 лет мне их дали. Теперь в 31-м году надо менять. Симпатичная девочка-то. Эх, какая я буду через 10 лет. Я им сейчас покажу сравнение с той. Мама дорогая, как будто 40 вот здесь, а не здесь. Прикиньте. Блин, что делает лишний вес, друзья? Это вообще какая-то жесть. Пишите в комментариях, как вам я. Здесь мне 40 или здесь? Вообще жесть какая-то. А если честно, я еще ни одного раза права свои полицейскому не показывала. Вы знаете, раньше, когда в магазине их покупали, всегда надо с карточкой, надо было доставать удостоверение личности. То и здесь права также действуют, как удостоверение личности. Вот я вот в магазине показывала. А полицейскому ни одному не показывала. А что, кстати, старыми делом? Тебе выбросить, что ли? Нет, оставлю на память. Это просто такая память. Из-за фотки только. Спортсменка, комсомолка. Вышли гулять с Чарли. Там мужу нужно другой городок соседний поехать, где я работаю. Я с ним для разнообразия там погуляю, слабенький. За очки забыл. А без очков нельзя. Как можно без очков ходить гулять. Вот. Хорошо, хоть сейчас вспомнила. Соседка с детьми ругается. А дети какие-то, знаете, то мячиком по стеклам долбят, то у нас тут в этом в коридоре мячиком долбят. В общем, поспитывать их надо. Что он делает там? Каки? Пипи? Какие вот дебри нас занесло. Пока там поедет дела делать, а мы будем спортом заниматься. Будешь спортом заниматься? Будут? Что там появляться? Сиськи появляться? А перед этим я заехала в фруктовый магазин, купила себе всякие там вкусняшки в виде клубнички, черешенки, арбузик. Вот. На завтра хочу сделать, как здесь говорят, летний салат. Инсалада де верана, там картошка, яичко, что там еще-то, перец. И все это оливковым маслом заправляется.
вкусненько. Потому что курицу муж не одобрил-то пока. И вы знаете, овчинка выделки не стоит. Как бы вкусно, но не прям, чтобы столько времени на него тратить. Поэтому я его ем, третий день уже никак не доем. Хотя этот цыпленок был такой маленький. Ну да ладно, все, еде да еде. Вот так вот. Сейчас к пляжу выйдем. Он там уже рядом. Говорит, давай я тебе там подальше оставлю. Я говорю, ага, здесь вот такие вот, как дачи. Я говорю, собака выбежит какая-нибудь такая дворовая. Ой, здесь, походу, овцы. И говорю, сожрет нас. Не надо. Я такую местность не знаю. Мы здесь ездили раньше по такой дороге. Но на машине, а пешком страшновато. Так вот, видите, не только пляжи, в принципе, как в любой стране. Есть такие места, красота. Я говорю, может, сейчас море нагреется, в понедельник поеду пляжный сезон открывать. Я в выходные не люблю ездить, в субботу, воскресенье, хотя у нас обижают прям такую жару-жару на воскресенье. Ну, народу, наверное, много будет, я не поеду. А вот там вот родник, друзья, есть. Вот видите, здесь уже такая дорога, и там родник, и туда за водой приезжают. Сейчас, кстати, посмотрим. Там вот родник. Интересно посмотреть. Никогда не смотрела. Можно было бы бутылочку взять и налить водички. Там, видите, но я не буду подходить, потому что куда этот полить? Может, водички попить? Пока мужик не подъехал, пойду попробую. Тоже за водой приехал. Написано питьевая. Хорошая. Мама, берете. За водичку приехали. Вкусная, кстати, знаете, прохладная такая. Классная. Летают на этих. Слышите? Параплан. Или как там его? Чего не передвигается-то? Где он? А, он спрятался где-то. Эй, вы там? Вон он. О. Прям такой напор прикольный. Здесь это вот природная такая эта зона. Ее нельзя трогать. А там дальше есть кафе и еще как бы это... такая ассоциация, 18 узлов называется, там сурфисты, там что-то платишь ежемесячный взнос и все такое, вот они там тусуются. Ну, также можно и тоже кофе попить, сейчас мы туда, смотрите, пляж. Кстати, вот от этого пляжа и там вот нашего города, это Салабриня, а там у нас Матриль. Ну, там может быть километра 4-5, но дойти можно только по пляжу. И вот мэр этого города и мэр нашего думают, вот как бы это все сделать, соединить какой-нибудь дорогой, ну, чтобы быстро, может быть, какой-нибудь посыл. Чарли, ты что там делаешь? Может быть, какой-нибудь сделать этот набережную красивую, чтобы, ну, люди шатались тудым-сюдым. Вот. Здесь нереально пахнет, знаете, прям как-то какой-то свежестью. Вот видите, здесь тростник, музыка там так, правда, орёт. Вот, там уже Салабриня начинается, это где я работаю, городок. Ах, Самара, городок, неспокойная я, неспокойная я. Здесь, кстати, с собаками можно, муж сказал. Вот, и пляж довольно-таки хороший. Ну, вот видите, сюда ехать надо как бы. Чарли, донде ва там курьендо? Даки. Машину, наверное, чуял. Надо его привязать. Видите, учуял машину и побежал вперед меня. Такая вот скотина. Винтаки. Мень. Машину он учуял и бежал. Видите, сурф-клуб. Прикольно, я тут снимала пару раз. Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. I know that we are leaving. I know that we are leaving.
сейчас, кстати, водичку попробуем. Здесь видите, как бы там получше. Вот я говорю, вот прям вот город наш, в котором мы живем. А вот пляж прям буквально, ну, 4 километра, да. Чарли рвется к папе. Хочу попробовать воду. Немножко тут. Такие камни. Беньки, ты ну ты боя сырна. Боится. Блин. Ну, холодненько. Нет, ты посмотри на него. Хотя не очень. Да блин, да ты меня сейчас... Иди сюда. Кину где-то... Ой, холодненькая. Он все думает, что я его в воду буду тащить. Нет, ну ты посмотри на него. Иди сюда. Мы сегодня, наверное, все бар проездим. Ух ты, сколько здесь народу. Смотрите, сколько там. Там не видно особо. Купаются все. Ну, время уже к 9, поэтому как бы поздновато. Я еще хотела посмотреть, в прошлом году вот так делили пляж. А что-то в этом году уже все, не делят. Жалко. В прошлом году было классно. Никто к тебе рядом не садился. Все сидели. Ну и сейчас, я думаю, в этом году тоже не будут садить. Смотри, сколько там народу. Красота. Так хочется залезть искупаться. Самые вкусные арбузы марокканские. Черешенку взяла. Что-то тут больше, наверное, 0,5 кило. Перец завтра на салате. Клубничку, которая нереально вкусно пахнет. Чесночка 2 головки. Немножко огурчиков. На салат очень вкусный салат. Мои любимые яблоки просто нереально вкусные. Амброзии называются. И картошки. Сейчас отварю картошку, поставлю яйца вариться. На завтра, чтобы сделать такой летний салат. И на ужин у меня будет клубничка. Нашатались. Так нашатались, что Чарли даже проголодался. Кушает. Так, ладно, сейчас я буду все это убирать. Арбуз на завтра. Может, сейчас муж лопает тоже. Вот. Перчик прям, смотрите, какой блестящий. Пахнет вкусно. И вот так вот. Все-таки таймер. Это великая вещь. Я совсем забыла, что у меня варится картошка. Причем она уже стоит здесь минут 15. Ой. Ну, блин, вот это вот дело. Пошла машинку стиральную ставить. Думаю, а что у меня на плите? Картошка, твою дивизию. А тут у меня яйца типа сварились. Короче, все само доделалось. И слава богу. Бровки покрасила. Ну, недолго. Летом это не годится, вот такими брови красить. Потому что если постоянно умываешься на дню по 15 раз... А если еще и на море пойдешь, то это все будет смываться буквально за день. Лучше краски ничего нету. Причем я крашу обычной краской для волос. Я крашу 5-м номером. 10 минут подержу и все, снимаю. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну, вот раз уж купила. Сейчас вот как раз до 12 подержу. Как раз будет 1,5 часа, но ничего страшного. Ну, ничего страшного. Так что все, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.